Всех приветствую на канале Лес и Рыбалка. И сегодня такой обычный рыболовный репортаж. Пойдем рубачить хариусов и ельцов. Но надо для начала форсировать речку. Нам даст лодку местный гид, местный абориген. И мы переплывем речку. Надеюсь, он потом эту лодку обратно на этот берег не увезет. Кама — это речка, которую нам надо сейчас будет пересечь. За ночь поднялась, я думал, в Забродниках вообще перейду, но, по-моему, без вариантов. Сегодня я нахожусь на одной из речушек, небольших лесных. Замечательно эта речушка тем, что это вообще находка для рыбака, который любит рыбачить на поплавочную удочку. Здесь клюет в основном елец, чуть реже хариус. И еще заключается, тут много фишек в этой речке. Одно из таких вот прям, ну, чудес — это то, что я вот иду по всей речке, вот. Везде камень. Если не камень, то песок твердый. И мне не надо выходить на берег, как на других эрозийных речках, ползти по кустам, складывать, раскладывать удочку. Я просто весь день иду с удочкой и рыбачу. Еще бонус этой речки в том, что она идет по болотам. Несмотря на то, что дно камень, идет по болотам, и вода всегда темная, то есть она не бывает белая там, то есть мутная. Она всегда такая темненькая водичка, болотная, слегка. И поэтому даже когда пройдут сильные дожди, можно выйти всегда на нее, и всегда на ней будет чистая вода. Выше или ниже. И вот надо брать Забродники, потому что в Забродниках, ну, гораздо проще. Вот. Еще она очень живописная, эта речка, конечно, обалденная. Своими вот этими перекатами каменными, сосновым лесом, периодически подходящим прямо на берег. Собственно говоря, вот и все. Дошел я до так называемой плотины, Фабринной плотины, как правильно. И все, ее нету, ее смыло. Выше здесь плушником стояло такое огромное озеро, все промыло. Ну, итог какой? Крупный елец поднялся, но очень мало. Мелкого ельца практически нет. Видел там стайку из 5 штук вот таких некрупных ельчиков, но нету даже гальяна. То есть такое чувство, что из-за того, что вода холодная в речке, в большой, в каме, она не поднимается по этой таежной. Еды, видимо, тоже в каме хватает, поэтому она тоже не идет. Ни за холодной водой, ни за кислородом, ни за едой. Вот. И таким образом получается, что речки мало еще. Хариуса непонятно, хариус он такой стоит на стремнинах, его никогда не видно. Поймал одного такого более-менее, ну сколько у меня получилось, штучек 5 хариусков, один такой, ну, бульмень, вот, один и по ельцам,
Конечно, и лес мелких не было, и лесов это хорошо. Были средние, и один такой прям, ну, прям зачетный елец. Сейчас я все сворачиваюсь, уже свернулся, точнее сказать. Иду солнцу навстречу, выхожу на просеку, иду обратно к Каме. Там ждет тесть, который уже задолбался рыбачить. Уже час, наверное, сидит около костра, меня, наверное, ждет. Вот, и пойдем с ним на озеро, попробуем порыбачить. Но, по-моему, тоже на озере голяк, потому что волна даже здесь бывает. По этой речке таежная рябь. В общем, после обеда сторожка немножко поклевала. Вот. Но в перекат я весь обошел, клевала только под перекатом, в заводюхах, и видно по всему, что сорога ходит зад-вперед, то есть нету поклевок, потом снова появляется, нету, снова появляется. Ну и все равно места менял, потому что по оконцовке переставало клевать. Вот, сейчас все, выдвинулся с речки, посмотрю, возможно, рыбачу еще на озере, но делу время по тихий час. Сейчас шуровать по огромному, по полю. Да уж, был перекат там крутой, можно было 4 протяжки на голове сделать, но нынче лето запоздало и нету еще кузнечиков. Все молчит. Ни комаров, ни паутов, ни кузнечиков. Никого нет. Сейчас осталось только дорогу найти и домой пойдем. Вот и подходит к концу сегодняшняя рыбалка. Время хоть и сейчас около часа дня, но рыбачу-то я очень рано начал рыбачить. Столько мест сменил, столько прошел, прям в голове аж кипит. Вот, да и ехать надо будет домой сегодня. Завтра как-никак на работу. Ну что сказать, вот на озере, конечно, так показалось, что рыба есть. Я даже удивился, кидаю, поклевка, достаю, сорога, ну такая нормальная. Потом поймал там еще такую сорожку и где-то карасик такой же отпал один. В общем, рыба есть. Лучше здесь рыбачить с лодки, это я уже понял. И в общем, я считаю, что рыбалка удалась, килограммчика полтора мелочевки нарыбачил, может быть два, всякой разной. Сорожки порыбачил, даже и хорошие сорожки были, и хариуса поймал, и окуньков поймал несколько штучек. В общем, я считаю, что рыбалка удалась, главное, морально отдохнул, от работы отдохнул, и можно и приступать к рабочей неделе. Также надеюсь, что и вам понравился этот выпуск. Ставим лайк. Не забываем нажать на колокольчик. Спасибо за просмотр. Пока-пока.